И здравствуйте, зрители и подписчики! В этом видео я расскажу вам о том, как с помощью платы ES-32CAM записывать и отправлять видео вам на Telegram без использования microSD-карты. Если вы хотите поддержать выходом новых видео, просто поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это очень поможет его развитию. Но после просмотра можете написать свои идеи в комментариях. Не буду тянуть время и приятного просмотра. Сперва давайте посмотрим, как работает мой код для платы ESP32CAM. Для этого подключаем плату ESP к питанию, открываем чат с вашим Telegram-ботом и меню с командами. Самая первая команда – это Take Photo, отправив вам которую, плата ESP32CAM отправит вам в ответ фотографию. Далее идет команда Record Video, нажав на которую, плата ESP запишет, а затем отправит вам файл с видео, которые вы сможете сохранить в загрузке, а затем просмотреть с вашего устройства. Следующие две команды – это Alarm и Flash. С помощью команды Alarm вы можете запускать или останавливать сигнализацию, которая при обнаружении движения может отправлять фото, видео или обычное сообщение вам на Telegram. А с помощью команды Flash, как вы могли уже догадаться, можно включать и выключать вспышку на платье ESP32CAM. Следом идет команда Video Speed, отправив которую вы сможете узнать или изменить скорость видео. Следующая команда – это Alarm Settings, с помощью которой можно настроить задержку датчика движения или типа сообщения сигнализации. А с помощью команды Image Settings можно указать разрешение изображения, яркость, специальные эффекты, режим баланса белого или то, будет ли включаться вспышка при получении фото. Вообще, код для отправки видео на Telegram я разработал не с нуля. За основу я использовал код с этой GitHub статьи, который я, кстати, сильно доработал. Помимо основного кода, в этой статье есть еще и улучшенная версия библиотеки Universal Telegram Bot. Она отличается от оригинальной тем, что с ее помощью можно отправлять фотографии большого размера или фотографии и видео вместе с подписями. Теперь давайте создадим Telegram-бота, через которого плата ESP32CAM будет общаться с вами по Telegram. Для этого вводим в поиск BotFuzzer. Нажимаем на команду New Bot, отправляем название вашего будущего бота, и его ID. После создания Telegram-бота вы получите сообщение, в котором указан его токен. С помощью этого токена вы сможете управлять созданным вами ботом. Для того, чтобы плата ESP32CAM могла идентифицировать вас как создателя Telegram-бота, нужно получить свой чат ID. Для этого вводим в поиск MyID бота и отправляем команду getID. Следом myID-бот отправит вам ваш чат ID.
Теперь давайте рассмотрим скетчен для платы ESP32CAMO. Но перед этим нужно установить набор платы для ESP32. Для этого открываем настройки. Заходим в дополнительные ссылки для менеджера платы. И добавляем эту ссылку, которую я оставлю в описании к этому видео. Затем нужно открыть менеджер платы, ввести в поиск ESP32 и установить этот набор. Если же он у вас уже есть, желательно обновить его до последней версии. Ну, а когда мы установили нужные наборы, выбираем плату Asyncer ESP32CAMO. Кроме платы, следует также установить библиотеку Arduino JSON версии 6.16.1, которую вы сможете найти в менеджере библиотек. Теперь давайте уже наконец-таки перейдем к коду для платы ESP32CAMO. В самом верху нужно указать ваш часовой пояс, название вашей Wi-Fi сети, ее пароль, токен созданного вами Telegram бота и чат ID Telegram пользователей, которые смогут управлять вашим ботом. Самая первая функция – это Setup Camera, которая нужна для настройки запуска камеры на плате ESP32CAMO. Следующая функция – это Send Photo to Telegram, с помощью которой мы получаем и отправляем фотографии вам на Telegram. Затем идет функция Send Video to Telegram, которая нужна для создания FreeRTOS задачи для записи видео. Еще одна функция – это Save Settings to SPFS, с помощью которой мы записываем параметры изображения, параметры сигнализации и ускорения видео в SPFFS память. Далее идут функции для установки ускорения видео и параметров изображения, а именно разрешение, яркости, спецэффекта, режима баланса белого и того, будет ли переворачиваться фотография. В цикле Void Setup мы запускаем камеру на плате ESP32CAMO, монтируем SPFFS память, просчитываем из нее параметры и подключаемся к Wi-Fi сети. При успешном подключении мы также настраиваем команды Telegram бота и получением времени от NTP сервера. Теперь давайте рассмотрим цикл Void Loop. В нем мы сперва проверяем, подключена ли плата ESP32CAMO к Wi-Fi сети, после чего проверяем, завершилась ли запись видео. Если там условие верно, мы получаем и записываем время от NTP сервера и отправляем файл с видео вам на Telegram. Следующее условие нужно для проверки того, запущена ли сигнализация движения. Если это условие верно, мы проверяем с установленным вами интервалом то, обнаружил ли передатчик движение. При обнаружении движения мы в зависимости от типа сообщения сигнализации отправляем видео, фото или обычное сообщение вам на Telegram. Следом мы проверяем новые сообщения от Telegram пользователя и то, совпадает ли чат ID пользователя, который отправил сообщение вашему Telegram боту с одним из указанных вами чат ID. Если последнее условие верно, мы отвечаем Telegram пользователю, который отправил сообщение вашему Telegram боту. Теперь давайте рассмотрим функцию для записи видео. В ней мы сперва получаем первый кадр для видео, записываем время старта записи видео и переходим в цикл для получения кадров для видео, который выполняется, когда количество кадров меньше или равно 148.
для того, чтобы видео записывалось с определенным ускорением между кадрами, мы делаем задержку, равную разнице между установленным вами интервалом кадров по умолчанию, это 125 миллисекунд, и между двумя кадрами в видео. Когда количество кадров достигает 148, мы выходим из цикла для записи видео, записываем то, что запись видео завершена, и удаляем FreeRTOS задачу. Теперь давайте загрузим код в плату ESP32CAM. Для этого подключаем Yoko FTTI преобразователю и замыкаем контакт IO0 на землю. А на этом мое видео о том, как с помощью платы ESP32CAM отправлять видео на Telegram, подошло к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.